Привет всем! Вы на канале Топ Армия. Для российской пехоты разработали новую карманную артиллерию. Универсальный гранатометно-огнеметный комплекс 6С-20 «Смесь», разработанный для отечественной боевой экипировки третьего поколения «Сотник», выходит на испытание. По своей мощности одноразовый гранатомет будет равен гаубичному снаряду, а его современный прицел позволит уничтожать танки и укрытия противника ночью так же легко, как и днем. Пробная партия его термобарических гранат объемного взрыва изготавливается для проведения государственных испытаний. Окончание госиспытаний назначено на осень 2021 года. В состав 6С-20 войдут как противотанковая граната, так и штурмовая с термобарическими зарядами объемного взрыва. Они особенно эффективны для ведения боевых действий в городской застройке. Особенностью нового комплекса станет сочетание одноразовых гранат в индивидуальных контейнерах и съемного многоразового высокотехнологичного прицела. Он объединяет не только дневную и ночную оптику, но и лазерный дальномер, что резко нарастит точность стрельбы по сравнению с традиционными, сейчас механическими. Точные технические характеристики нового комплекса не раскрываются. Известно, что гранаты будут иметь калибр 72 мм, стандартный для российских гранатометов. При этом за счет использования новейших технологий обещано увеличение мощности термобарической боевой части. Противотанковый вариант получит тандемную боевую часть, способную справиться с современной динамической защитой. Новый гранатомет будет частью перспективной боевой экипировки военнослужащего «Сотник». Комплект третьего поколения «Сотник» станет принципиально новым снаряжением, а не будет модернизацией ранее принятой на вооружение боевой экипировки «Ратник». Помимо гранатометного комплекса туда войдут и другие новые вооружения, а также передовые средства защиты бойца и электроника. Завершить опытно-конструкторские работы по «Сотнику» планируется в 2023 году. Экипировка «Ратник» поступает в войска с 2015 года. Произведено уже около 200 тысяч комплектов. Кроме гранатометного комплекса 6С-20 «Смесь», для «Сотника» разрабатывается новый автомат, единый пулемет и автоматический гранатомет. Но ключевой особенностью будет его модульность. Комбинируя входящие в комплект элементы, можно будет собрать как повседневную полевую форму, так и боевой костюм спецназовца или тяжело бронированную экипировку сапера. Модульный комплект боевой экипировки будет включать шлем, бронекостюм, защитные противоминные ботинки, которые спасут ноги саперов от противопехотных мин. Понизит костюм и заметность солдат для тепловизорных прицелов и приборов ночного видения. Комплект «Сотник» будет приспособлен для размещения комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», позволяющего наводить точные удары авиации и артиллерии. Командир сможет видеть местоположение и жизненные показатели каждого бойца на карте и получать изображение от беспилотников. Общение между солдатами будет вестись по защищенным цифровым каналам связи. Общий вес боевой экипировки составит около 20 килограммов. И появится возможность использования совместно с «Сотником» пассивного экзоскелета из углепластика. Этот элемент экипировки уже использовался российскими операторами роботов «Уран-6» при разминировании в южной стране. Они не требуют аккумуляторов или топлива, но позволяют длительное время нести груз до 75 килограммов. А на этом все. Вы были на канале Топ Армия. Обязательно не забывайте поделиться своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока.